Привет, Юрчик, привет. Чао-чао. Cosa faccio? Niente. Sto navigando su internet. Привет, привет, всем привет. Привет, привет. Конечно, поздно очень, но я решила немножко пообщаться с вами. Так сегодня получилось. Спасибо. Это молчание. Да вот решила со своими, ой, любимыми подписчиками пообщаться немножко. Привет, девушка, кум, ешьте. Сумбини. Мерси. Как дела? Все хорошо. Вот, отдыхаю немножко. Взяли телефон. Пообщаться с вами немножко хочу. И спать. Вчера не выспались. Сегодня встали очень рано. Что с Валерий? Смотрите эфир. А, девочек на проекте хватит. С Валерой как? Да как? Да никак. Все нормально, ребят. Смотрите эфир. Все будет все интересно. А за что все рулем не стоит, как видно, дождь, два ворбешки негатив день. Чего не ворбешки негатив день? Он не кормит диаз. Редко. Ты выпила? Нет, я уставшая очень. Эй, я тут. Я тут лечь хочу. Спасибо, красивый за Витя Куряска. Це ты идем дац. Дац в эфир или кто-то именно. А, ребят, я не могу принимать запрос на участие в прямом эфире, так как нам нельзя. Глаза красивые, спасибо. Сюда вести зрителей, отталкиваясь от действий своему парню. Какие языки знаешь? Много. Хватит ответить кому. Шесть знаю. Смотрите эфир. С Валерой я или нет. А сегодня... А, суббота. А, эфир будет еще интересный. Валена, хотела бы приехать на проект за вами. Чем так с Витей некрасиво же? Ребята, я согласна, некрасиво
оправдывать себя не собираюсь и не оправдываю. Это жестоко по отношению к Валере, но я оттолкнулась от его действий в тот день, вчера, так скажем, эфир, вчерашний день. Он меня очень сильно обидел, и с утра, и на протяжении весь день он себя вел как козел, грубо говоря. А, ну, так получилось, что Витя был рядом. Но смотрите эфиры, там все очень поменялось. Привет, из Валеры. Ты не против, если я приду к кровати к нему? Сначала научись там написать и правильно. А, конечно, не против. Приходи. Жду тебя. Между нами будешь спать. Или под кроватью. С кем сейчас живет Маша? В смысле? С ее сестрой. Очень нежная кума. Сангрик. Пашка, привет. Здравствуйте. Тела поляна какого. Ай, тебя ледяной. Ной же штим. Кэтя. Там. Макар. Вот саса скри курит. Ай, ее платье вроде. Ну, вроде слимбарус курит. Там макар. Оф. Привет, малая. Малая. Ну, привет, большой. Гнатик. Да, диси, Пашка. Привет, привет, ты сипаешься. Кума фосла кастинг. Кари кастинг. А ну кастинг, меня фосла. Фосла предан или норхей, да. Ты не против, если я приду к нему? Приходи, дорогая. Даже призываю тебя, приходи. Он ждет. Видишь, всегда кум Пашка, че глаза такие уставшие. Ребят, мы проснулись очень-очень рано, нас будили сегодня очень много съемок, и я прям падаю. Мобиль мой пустую сдает котение. Эй, сейчас прикольная запасита. Пашка, ласка, когда я не видим этот стендворм. Это же кино. Ам плачу, как ворбеш, му да внешти кер да кеште аколо. Така и лимба мя. Мусно ворбеш. Али как въздатя. Възпълнен секрет. А, бини не статя, но бини не сте. Так, освен, ким покус не видим. Дай сам. Жирку мост не стоит бин. Кто Безусу больше подходит, Ряска или Милена? Ни одна, ни другая. Что за язык за бороду находишь? Ну, вот такой язык. Боитесь. Бойся меня. Держись, мы тебя любим. Спасибо, родные мои. Все хорошо. Я на плохих комментариях даже не обращаю внимания. Ну, должны имеют право быть и таким комментарием, конечно. Привет. Была в Калининграде? Нет. Правильно, просто алтесформа как бензин.
Dacă sunt eu, nu, eu sunt tot așa cum am fost. Тебе нравится Безус? Как друг, да. Хоть мы и поссорились, но мы уже помирились. Все хорошо. Где Грид делся? На поляне. Привет, привет. Привет, Жорик, привет. Как же спать я хочу. Блин, мне, у меня даже спать негде сейчас. Вы знаете? Передай привет Калининграду. Калининград, огромный привет. Печень, ну, тепла, чуть день, дом, два. Сейчас, ну, а... Ну, что, шоу, антипатий, а ну, мне пентушина, а тот у меня и... Аша кумсент, то есть, ну... Ты с Валерой в отношениях? Пока да, но я достойна и лучше. Привет, как погода у вас? У нас хорошая погода. Немножко сегодня прохладно было, но так как здесь зима сейчас, но погода хорошая. Посидел себе на Щерла, дом 2. Радика Ботнарь. А что он профиль... подозрительный Тари. Dar cu cine te înțelegi cel mai bine? Настюшка Индальцева. Привет. Сколько участников на острове? 18, 19. Как зима сейчас? Вот так. На Сейшелах сейчас зима. Ну, конечно, не снег же. Но у них зима тоже, это солнышко, как у нас лето. Ну, это 25 градусов, 28, 30 бывает. Ну, это зима у них. И бывают, ну, не периодически, а почти постоянно тропические дожди. Чифач встал. Мегафак. Только с погодой. Ты для чего же такой шкаут? Ее шкаут? Как попасть на дом 2? Очень просто. Даже зайдите ко мне в шапочку, на страничке, по ссылочке «Дом 2 кастинг», заполняйте анкету, отправляйте и ждите ответ. Все очень просто. Ну, ну, ардинусь и подозрительно. Плюс 7 динархии. Сумрак в Москве, визуалка, хвост. Да, и динархии. Визуал рекунашкут сау штий сигур. Кединархия еще один фамилии. Ча моя буна фамилия? Уадор. Ты хоть помнишь меня? Нет. Энксаша Кулутреву с кино комедии. Да. Сколько у вас там времени? Я не знаю, ребят. 2 часа, наверное. А, сейчас. 2:30. Марина, ты видишь, как идем прямо? Ну. Если ты разойдешься с Валерой, напиши, пожалуйста, не в обиду, мне очень нравится. Ты любишь быть мужиком в отношениях? Если да, то я обязательно тебе напишу. Как ты? Евгения Зенцева. Хорошо, обязательно напишу. С антублацией на тенте ляга чинева де акулу, потому что нужды Русабини. Ну, да. Оски моносы старые. Пыну манцалег. Вы телефоны сдаете вечером и почему? Да, сдаем вечером и забираем на следующий день тоже вечером. Потому что... Потому что мы должны снимать, каждый нас снимает. А если мы будем в телефоне сидеть, то вам не будет интересно смотреть, как мы сидим, как задроты все в телефоне. На каком ты языке разговариваешь? Я на своем. На молдавском. Ну да, нас много.
este din auzite, doar personal în față nu cunosc. Bravo. А во сколько вы вообще ложитесь? Ну, каждый раз по-разному, но чаще всего очень поздно. De asta mama lui vorbește despre tine urât. Da? Vorbește urât despre mine? Cui vorbește urât? Spuneți-i că o iubesc. Cine vorbește cu dânsa, spuneți că eu o iubesc foarte mult. Tantilica, eu o ador. O iubesc. Что за язык? Молдавский, мой родной язык. А сейчас сколько у вас времени? Блин, только что сказала, 2:30. Нашла себе там подруг. Все мои подруги. Лучше они не дали тебя, Настюша моя. Кто самый младший на острове? Милена, наверное, ей 18, да. Блин, конгреешь ты, Саша, об свиде, и Мариана нормально. А шака на тем группа, пяколу, Алишера, Варович, Валера. Când o să fie odată eu să intru în live și eu nu mă întreb cineva ce să așa. Cât a trecut de-am? 3 luni? 4? Dar nu, întrebați-mă când mi-am place. Da, apropo, nu mă îngrop cu nișon. Молдав să все знает русский. Почти. А встаете 10-11. Во сколько? В 11. Ты очень красиво, желаю тебе всего хорошего. Спасибо большое. Тоже бабушка следование, значит, у меня тоже корни. Салатин Германия. Салат Германия. Я петине ну преодежа. Сау астафус мерил. Ну, ты че мерил? Ну, я не знаю, что я говорю, что я говорю. Я крадям в мою бежу, в континуаре. Nu trag atenție, stați liniștit. Mie mă amuză comentariile rele. Mă motivează. Nrăiță Buzova. Abajaiu eu. Te întrebam pentru că pricolina o să te am preo. Ce o să ne stai? Glăză, o stau și dispați. Скоро пойду. Да, o stau și dispați. Despre a că nici nu, dar nu mă supără, e ok. Как думаешь, Алена Ебаров помирится? Нет. Думаю, нет. Ce reguli aveți acolo care nu îți convine? Da. A, nu știu, nici nu știu ce să spun. Завтра зайдешь в эфир? Да, вечером. Если буду себя вести хорошо и мне дадут телефон и интернет, то да. Кто любимая ведущая? Ефременкова. Юлечка. Браво, кишка, измерила мастрады. Остальные все спят? Нет, не спят. Вот идет наш любимый. А у вас есть запрещенные персонажи? А? У вас есть в эфирах уже? Что? В эфирах. Есть? Я есть. А ты... Там у тебя 24 подписчика, что ли? Нет, больше. Сколько? На 10 больше. 50? Нет, но сейчас поздно уже. Штьяку. Ай, персоналима, кусла, распути. Да, да, муж. Как каком же лайф, там вам ударствие, Владимир Симон. Ай! Кинь, она говорит, что ей одиноко. Не одиноко. В смысле? Вы что, прикалываетесь? Вы как сиамские кошки. Что? Сладких снов.
Я интеллигум брат. Я интеллигум брат Штефан. Уф. Ну. Раз уж ты к ней. Завтра развеемся. Давно на доме два? Нет, почти два месяца. О, голос Ебарова. Дорм были. Как эта песня называется? На-на-на-на-на. Мархаян. На-на. Кто это поет? Это как она и называется, Мархаян. А я не знаю. Включи мне, пожалуйста, а? Мне так нравится она. Убери ноги, блин. Вот как ты лежишь, ты свинья. Вот. Не свинья. Ну это песок. Смотри, что после тебя. Ой. Если я поеду отдыхать на ваш остров, то есть шанс прийти к вам и хотя бы поздороваться. Конечно, есть. Можно пройтись здесь на пляже, и можно даже поздороваться, сфоткаться с нами. Привет. Ой, ребята, сейчас зайду через здесь.